около 7 часов вечера пришел возгорание кровли андулиновой, значит, новой кровли, которую сделали 2 года назад. Пришел пожар, значит, кровлю пожаром уничтожило, значит, оборудование не пострадало, то есть персонал наш сработал четко, обесточили, и вовремя приехала пожарная, значит, машина, пожар потушили. Значит, прекращения подачи ГВС и ХВС не было, то есть все осуществлялось под естественным давлением. Когда оборудование просохло, в середине дня, в субботу, насос, двигатель завели, соответственно, стал работать насос. Поэтому проблем с оборудованием нет. Сейчас как раз с инспекторами пожарными совсем занимаемся, поэтому причину возгорания я пока озвучить не могу, пока нет актов. Вот, но мы будем заниматься восстановлением кровли. Планируем за лето всю работу закончить. Ну, лето, осень. Сейчас надо, понятно, осметить, понятно, найти деньги. Значит, понятно, найти подрядчика. Ну, конечно, в этом году мы ее сделаем. А насчет повлияло на ГВ, на холодную, на снабжение холодной горячей водой, понятно, не повлияло. Ну, соответственно, не повлияет в запуск отопления.